Рейтинговое агентство GMBH присвоило Чувашской республике кредитный рейтинг на уровне BB, достаточного уровня кредитоспособности по международной шкале. Прогноз по рейтингу стабильный. Он означает высокую вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной перспективе. Позитивное влияние на рейтинг Чувашии оказали показатели профицита бюджета в прошлом году, текущая структура обязательств региона с высокой долей бюджетных кредитов, а также низкая доля расходов на обслуживание долга и высокий уровень диверсификации налоговых поступлений, пояснил эксперт РА GMBH Владимир Горчаков.